И мы готовы продолжать. Так как мы отдохнули возле идолорезчика, все противники восстановились. И здесь нам предстоит первая достаточно серьезная битва. Еще одно дрожже. И если здесь посмотреть вниз, то можно увидеть еще один уступ с небольшим секретом. Но сходим туда немножечко позже. Для начала давайте разберемся с этим большим парнем. И чтобы сделать это проще, нужно подкрасться к нему сзади. Но если вы, конечно, хотите честной схватки, то можете попробовать снять ему две жизни в ближнем бою. И в самый ответственный момент нам выпадает обучение. Опасные атаки. Некоторые особо опасные атаки нельзя блокировать. Каждый такой тип атаки требует определенной реакции. Военачальник Наомори Каварада. И как вы можете видеть, когда он выполняет такую опасную атаку, которую не так просто заблокировать, появляется такой красный знак. И это атака по дуге, соответственно, ее нужно перепрыгивать. Иногда он пытается вот таким вот образом восстановить себе строку концентрации, но если вы далеко, можете просто кинуть у него сюрикен. И во время вот такой вот атаки по дуге можно прыгнуть и во время прыжка ударить ему по голове. Это снимет ему дополнительно немножко концентрации. Но вот я немножко замешкался, и он восстановил себе строку концентрации. И опять же, в самый неподходящий момент нам выпадает обучение. Быстрый доступ к предметам. В игре можно переключаться между разными предметами в быстром доступе и использовать их сообразно ситуации. Например, получив урон, можно восстановить жизнь, использовав флягу с лекарством. Но, по идее, мне надо бы умереть. Ну да ладно, сделаем это попозже. После первого парирования не торопитесь атаковать. Он делает еще один удар. Вот после второго парирования можно вполне атаковать. По идее, когда он вот так вот подпрыгивает, можно либо уворачиваться, либо опять же парировать. И он нам дает бусину отчеток. Если принести 4 таких бусины к идолу резчика, можно увеличить максимальный запас жизни и концентрации. Сейчас у волка бусин одна штука. А также он нам дает первое семечко тыквы, семечко из которого постоянно сочатся целебные воды. С его помощью Эмма может увеличить максимальное количество использований фляги с лекарством. Фляги веками использовались Васина, но только выдающемуся лекарю Догану и его ученице Эмме удалось открыть секрет целебных семян. ...134 очка опыта мы получаем. За победу над этим бугаем. Можно было еще в лицо ему, конечно, кинуть пригоршню пепла, но это не очень эффективно. Бусины отчеток, то есть если мы найдем 4 таких бусины, мы сможем увеличить максимальный запас жизни и концентрации. И почему именно четкие? Я немножко погуглил по поводу четок, и четкие есть во многих религиях, в том числе и буддизме. Четки используются для счета прочитанных молитв или иных ритуальных действий, для сохранения внимания и концентрации. И тут они как раз увеличивают нашу жизнь и концентрацию.
И в этой части локации очень много народу. Давайте заберемся на самую высокую башню, чтобы оценить обстановку. Если приглядеться, в том разрушенном доме стоит стрелок. Внизу стоит еще один. А также здесь еще ходит патрульный. Внизу стоят еще двое, которых даже можно подслушать. И из этого диалога мы поняли, что Исин болен. Генитира отличный стрелок, ну с ним мы уже встречались. И также они упомянули некого Гёбу, который очень эффективно защищает врата замка Асина. И давайте первым делом снимем стрелка. Главное, чтобы это никто не заметил. Немножко пропулист 8. Здесь у нас ходит патруль. Один из них немного отстал, но это нам на руку. Так, давайте подождем, пока он отойдет подальше. Заберемся опять повыше. И похоже, в этом гнезде жила сорока, судя по всему. Так, главное не нарваться на патруль. Так, где они там ходят? Ну, можно вырезать того, кто отстал. Хм, а где он? Ну ладно, хрен с ним. Заберемся опять наверх. Попробуем вырезать тех двоих. А, вон он наш отставший. Придется теперь немного подождать, пока он отойдет. Лучше было бы, конечно, его вырезать заранее.
Так, здесь их двое, и убьем сначала того, который попрочнее в шляпе. Так, надо сделать было это быстро, пока не пришла охрана. Фу, успел. Так, и если здесь упасть вниз, то можно увидеть вот такого здоровяка с молотком. Да, было не очень грамотно делать это прямо на виду патрульных. Это я, конечно, поторопился. Придется немножко оторваться и спрятаться. Сначала они желтеют. Как бы ходят и смотрят с опаской. Но потом успокаиваются и идут по своим делам. Когда они в желтом состоянии, очень любят ходить с задницей вперед. Так, ну ладно. Не стоит тянуть так сильно время. И их осталось всего двое. Да, NPC здесь очень глухие, поэтому можно их вырезать буквально в 5 метрах друг от друга. И мы получаем первое очко навыка, но его пока некуда тратить. Шар богатства. Шар Мибу, наполненный водой первоисточника, благословленный на богатство. Если лопнуть золотой шар Мибу и помолиться, те, на кого попадет эта вода, временно будут получать больше денег. Жители Асина считают, что вода первоисточника сама по себе достойна поклонения. И здесь мы впервые видим упоминание о воде первоисточника. Я когда убил тех парней, я с них собрал добро. Да, похоже, я со всех собрал. Потому что я периодически забываю это делать. Отсюда можно немножко проанализировать ситуацию. Там вдалеке стоит огромный парень с мортирой. И по идее можно было вообще обойти это место. Можно было просто пропрыгать по скалам слева. Но тогда бы мы пропустили много чего интересного. Например, двух огромных петухов. Секрет. Аж целых 3 легких кошелька. И это целых 300 монет. Очень неплохая сумма для старта. Если прислушаться, то можно услышать, как кто-то звонит в колокольчик.
кто это делает. Уо! Иноске-ка, сегаре-йо, вака-сама о минакатта-кано? Сегаре-дева-най. Иноске, мата соно-йона. Соната-ва, ваши-га окашку-натта-то-ю-га. Сасуга-ни сегаре-о мачигаэ-ру-ва-ке-на-каро. Ма-йой. Сегаре-йо, коно-сузу-о соната-ни-так-со. Вака-сама-но-кото-о-анжи. Скутта-мамори-сузу-джа. Коно-мамори-сузу-о хотоке-сама-ни-о-сонай-ште-о-кре. Колокольчик господина Куро. Амулет-колокольчик от старой женщины. Она попросила принести его в дар Будде. Такие амулеты дают владельцам защиту Будды. Считается хорошим тоном, заполучив чужой амулет, преподнести его Будде от их имени. Рассказать, как это делается, может резчик в разрушенном храме. Как удачно мы только что получили колокольчик Куро. Иноске, вага сегарео. Мамори сузу ва хотоке сама ни сонаете курета кае? Ора, хенкуцу на бусси га ору аре дера га ару жаро. Хотоке сама нара соко ни орареру де на? На самом деле ее сын Иноске лежит совсем рядом. Тарезо. Сокони Орнука. О. Сонокое. Я. Масакана. Гожин. Ваганава. Ногами Иноске. Хиратаке но роуто датта. Дока. そこのあばら屋の老婆の様子見てやってくれぬか。私の母なのだが狂ってしまい、もはや誰が誰だか分かっておらぬ。お主の母に会ったぞ。鈴をもらった。 Итак, нас просят преподнести этот колокольчик статуе Будды. И что мы еще выяснили? Похоже, что Иноске узнал наш голос. Это означает, что, возможно, мы встречались где-то ранее. Также мы узнали, что он был вассалом семьи Хирата. А из описания меча мы знаем, что Хирата – это ветвь рода Асина. И сейчас нам нужно забраться как можно выше. Очень много ворон, возможно, это не к добру. Гокуйо, икагакане. Куйо. Сайо. Сиша тачи но гомэйфуку но таме сина о утте ору. 見たところあんたも随分と殺しておるな。ご供養していきなされよ。 Торговец с воронами предлагает нам купить подношение. И из того, что он продает, самое полезное — это петарды Роберта. Петарды иноземного происхождения.
Их можно вставить в протез Синоби. Петарды издают оглушительный звук, пугающий зверей. Маленький Роберт и его отец продавали их, чтобы собрать деньги на путешествие. Пытаясь продлить жизнь Роберту, они прибыли в Японию в поисках секрета бессмертия. Похоже, что Роберт, возможно, чем-то болел неизлечимым. Также он продает новый предмет, который мы еще не находили. Это порошок противоядия. Мощное противоядие, созданное обитателями опустившейся долины. Снимает отрицательный статус «яд» и временно повышает сопротивляемость ему. В опустившейся долине есть залежи магнетита, но в почве много яда. Все, кто хотят добывать там руду, должны иметь с собой противоядие. И это описание нам явно говорит, что и в этой игре не обошлось без какой-то ядовитой локации. Вообще ни одна часть Dark Souls, Bloodborne, либо Demon Souls не обошлась без какой-либо ядовитой локации. Ну что ж, нам нужно где-то раздобыть 500 сен, чтобы купить петарды. Сися га ару токоро, мата кьёсю ари. Карасу домо то онажи кото джате. Доко э ико то гокуё о какасану ёу ни но. И у нас есть 5 легких кошельков. Лучше потрошить их при необходимости, потому что после смерти мы теряем половину денег. Вообще, на самом деле, при смерти мы теряем не только половину денег, мы также еще и теряем половину очков навыка. Соно нингу, коно атари де цкау де най зо. Карасу домо га бибитчимау. Яцра ика ни кашикоку томо, чоужу ни ва чигай най кара но. Хидои кото ва сену моно же. Похоже, он не хочет, чтобы я использовал здесь петарды, чтобы не пугать лишний раз его ворон. Вообще, если присмотреться, он продает здесь как минимум одно ружье. Но почему-то в продаже у него его нет. А я бы не отказался от его покупки. Так вот, про механику смерти. Как я уже говорил, после того, как вы умрете, вы наверняка потеряете половину своих денег и половину очков навыка. То есть просто прийти и поднять их на месте вашей смерти не получится. Поэтому держать у себя в карманах много денег очень нерентабельно. Лучше скупать на них у торговцев кошельки. Они стоят немного дороже, но зато сохраняют ваши деньги. Есть такой параметр, как невидимая помощь. Сейчас он равен 30%. И этот параметр отвечает как раз за то, с какой вероятностью после вашей смерти вы не потеряете половину денег и половину очков навыка. В данный момент это 30%, но если вы будете часто умирать, то этот параметр будет постепенно снижаться. И давайте я вернусь немного назад. То самое место, где я показывал уступ. Падение здесь снимает не так много жизни, но все равно немного снимают. Поэтому перед тем, как падать с большой высоты, лучше позаботиться о своем здоровье. И здесь у нас лежит статуэтка Дзидзо. Фигурка Будды, обернутая красной тканью. Взяв ее в ладони и помолившись, вы восстановите единицу воскрешения. Запеленать статуэтку Дзидзо – выражение родительской любви. Их оборачивают тканью в надежде, что умерший младенец спокоится с миром. И сейчас будет еще один небольшой экскурс в японскую религию. Я погуглил, что такое статуэтки Дзидзо. И в буддизме дзидзо – это божество, которое спасает умерших детей в аду от демонов.
По какой-то логике дети, умершие в раннем возрасте или даже не успевшие родиться, не успевают пополнить свою карму благими делами, к тому же заставляя своих родителей страдать после их смерти. Из-за этого они попадают в ад. И, согласно легенде, этих грешных детей отправляют к реке Саинакавара, где они должны выстроить статуи Будды из речных камней, чтобы он сжалился над ними и освободил из ада. Но им всегда мешает злой демон, который разбрасывает камни железной дубиной. Но потом приходит Дзидзо и всех спасает. В общем, вот такое вот доброе божество Дзидзо. По-моему, у католиков маленькие дети, еще не успевшие согрешить, так и не успевшие сделать ничего хорошего, попадают в лимб. Это тоже такое место, которое не является ни адом, ни раем, а что-то в промежутке. Но в Японии основной религией является все-таки буддизм. Поэтому в игре мы еще встретим очень многое, связанное с буддизмом. Леденец Гатина. Главный жрец Сэмпо дал эти леденцы шайке низкорослых, но опытных убийц. Когда-то они были стражами храма, а теперь выполняют грязную работу для его обитателей. Леденец заглушает звуки и скрывает ваше присутствие. Раскусив такой леденец и встав в стойку Гатина, воин получает благословение духа. Леденец, который нам помогает скрыться. И вот как раз то самое место, которое я показывал, где можно было обойти часть локации. И вон тот парень с огромной мортирой. Упс, а что мне кто-то заметил? Кто-то там болтает. И первым делом надо вырубить этого огромного парня. Потому что если он начнет стрелять, то никому здесь не поздоровится. И он дает черный порох. Это черное вещество, основной ингредиент пороха. Используйте для алхимических улучшений протеза, в том числе тех, что связаны со взрывными и оккультными техниками. Даже самому простому типу пороха можно найти массу применений. А также мы еще и находим порошок противоядия. Так, здесь у нас раз, два, три. Три охранника очередного блокпоста. И кажется, нас почти заметили. Эти ребята вроде как ничего не говорят полезного, поэтому можно их резать. Так, а здесь у нас оказался еще один. И я получил удар в спину. Перекат. Замешкаться после того, как вас сбили с ног, верная смерть. Чтобы быстро восстановиться, когда вас сбили с ног или лишили концентрации, выполняйте перекат. Воскрешение. Кровь божественного наследника дает возможность восставать из мертвых, используя способность к воскрешению. Одну единицу воскрешения можно восстановить, отдохнув у идола-резчика. Дополнительные единицы, убивая врагов. После воскрешения снова использовать эту способность можно, лишь убив достаточно врагов. И после того, как мы первый раз умерли, мы услышали голос своего господина Кура.
который, похоже, когда-то поделился с нами своей кровью и подарил нам бессмертие. Здесь можно обойти эту дверь. Тут лежит дрожже. Давайте его съедим. Все, что не лезет к нам в инвентарь, автоматически попадает на склад. И здесь можно немножечко подпрыгать по веткам. Шар трофеев. Шар Мибу, наполненный водой первоисточника, благословленный на богатство. Если лопнуть зеленый шар Мибу и помолиться, те, на кого попадет эта вода, временно будут чаще находить предметы. Жители Асина считают, что вода первоисточника сама по себе достойна поклонения. И еще один такой же шар. Здесь можно увидеть чью-то кожу. Похоже, что кто-то интенсивно линяет. Оу! И, как вы могли понять, падение здесь не смертельное. Падение отнимает порядка 60% жизни. Но если у вас нет этой жизни, то вы умрете. В данный момент я умирать не хочу, поэтому на всякий случай съем дрожжи. И здесь еще один предмет, это железо. Ископаемое железо, добытое в землях Асина. Широко используется для базовых улучшений, в том числе годится для улучшения инструментов протези. Земли Асина укрыты густым снегом и неплодородны, но зато там попадается неплохое железо. Это все ингредиенты для того, чтобы улучшать наш протез. Но пока что мы не можем его улучшать. И скоро мы сможем его улучшать. Здесь постоянно что-то обваливается, но это никак не мешает пройти. Так, здесь я явно не допрыгну. И отсюда можно видеть некие уступы, возможно, туда как-то можно попасть. Но, по крайней мере, не сейчас. И таким вот образом мы приходим к очередному идолу-резчика. Улучшение выносливости. В меню идола-резчика открыта возможность улучшения выносливости. Там можно создавать четки из 4 бусин. Четки навсегда повышают максимальный запас жизни и концентрации. Но пока у нас только одна четка. Пока не будем отдыхать. Завалим очередного петуха.
И это как раз вот то самое место, где мы вырезали несколько постовых и огромного мужика с мортирой. Здесь ничего нет. И здесь можно пробудить некое видение. Это тоже Хиратоの мона. Томурате яранеба. Куро-сама. Эмадо. Хирата кара ногарете кита моно. Хока нива. Мо хотондо нокотте оримасен. Соу деску ка. Суману. Рюин о нерау моно ва таэн. Хиратоの мона тачи о. Ватаси га макиконде шиматта. Судя из этого диалога, Эмма принадлежит роду Хирата. И похоже, что у Хирата все очень плохо. Их осталось очень мало. Практически все они погибли. В том числе из-за наследия дракона, которым обладает Кура. Здесь у нас, похоже, была когда-то конюшня. Теперь здесь только мертвые разложившиеся лошади. Акаониме, шивару даке дева фуан жа но. Икса но май ни варара га усаваре тева шоу мо най ва. Иза то нареба хи о цукау шика ару май. Акаме ва хи о усареру. そういうお達しじゃて。お達しね。変わっちまったな、アシナの戦も。Похоже, что Асина использует любые методы для того, чтобы подготовиться к войне. И там вдалеке можно увидеть огромного мужика. Из разговора этих двух охранников можно было понять, что он боится огня. Но пока что никакого огня у нас нет. Можно слышать, как он страдает. Надо будет избавить его от мучений. А здесь у нас очередной NPC-торговец. Оня? Миобой на ару као да. А! Шиноби но данна да. Я, ано йо ирай дес не. Ано йо то ва нанда? А? Данна, обоете нен дес ка? へえ、なるほど。覚えてねえと。なあ、旦那。あっしはあんたに会ったことがある。その頃は俗をやってやした。それから足を洗って物売りを始めたんでさ。が、銭がない。銭がないから品もない。そこで旦那。あっしにチートばかし銭を用立てていただけやせんか。それを元手に旦那にもきっと役立つ品を仕入れやす。それからおまけにあの世のこと話して差し上げやしょう。どうです？悪い話じゃねえでしょう。После этого он себя называет честным торговцем. Мать его, перед ним стоит шиноби, а он умудряется меня шантажировать. Предлагает продать мне информацию о той ночи, когда мы с ним встретились за 50 сен. Зенито. Данна, аригате. Ханаште куре.
ああ、もちろんでさ。あの夜、あっしらは平田の屋敷に押し入りやした。平田はご存知の通り、芦名の分家。ちんけな野党なんざ、普通は返り討ちです。けど、先だっての戦の折だ。若い侍はほとんど出払ってたんでさ。そこを狙って押し入りやして、そんで火をつけ奪った。その最中でさ、旦那と会ったのは。旦那は何かを探してた。そんな風に見えやしたね。あっしが知ってるのはそんなもんでさ。そうか。ああ。あの世もちょうどそんな顔してやした。今も何かをお探しで？ねえ、旦那。お代さえいただけりゃ、他にも知りたいことをお教えできるかもしれやせん。ぜひ、情報を買ってください。Итак, он нам рассказал много чего интересного на самом деле. За такую информацию уже можно было прирезать. За то, что он участвовал в нападении на поместье Хирата. Но все-таки придется у него купить еще немного информации за 100 сен. А, данна. Дзенни га таринее ёу десу зе. Итадайта дзенни о мотоде ни шина о сиирете киясе. Данна, таношими ни штейте кудасе. У нас не хватает всего лишь одной копейки, чтобы купить у него информацию. Но окей, я распотрошу очередной кошелек. Окайяге, аригатоу гозаиясу. А, нантатте данна ва шиноби деса. Шиноби но доугу но джохоу о осиете сашиагеяшоу. Таноме. Ащи, сугее икиои де хи га деру цуцу о микакета кото га ариясу. Хирата яшики на ошири на токи, ащи на накамага, бундотта мон деса. Бо! Бо! Те на чоуши де, суге икиой де хио фуйте яштая. Заметка про огненный ствол. Потертая записка от Анаямы. Кажется, ее написали несколько лет назад. Ценная информация номер 36. Вломившись в поместье Хирата, мы нашли оружие, что плюется огнем. Парни зажгли им огненный костер, у которого веселились и пили. Видимо, это оружие синоби. Хино дэру цуцуга Хирата яшики ни обоэте око. Да уж, учитывая то, что он рассказывает про события, которые произошли в прошлом, как ты это пытаешься учесть на самом деле, ну да ладно. Итадайта дзэни о мотоде ни шинао данна. Теперь можно сходить к идолу резчика и немного отдохнуть. В очередной раз распотрошить петуха. Нанна, матте машта зе. Итадайта дзэни о мотоде ни шина о сииле яшта. Са, катте итте кудасэ. И теперь он продает несколько предметов. Дрожже, глиняный осколок, пригоршня пепла, это мы все видели, и некий призрачный кунай. Кунай госпожи бабочки. И можно улучшить колесо для сюрикенов. При броске куная слышится звенящий звук, и вслед за оружием появляются призрачные бабочки. С самого детства госпожа бабочка набиралась опыта в лесу Усуи у тропы Тазан, вдалеке от людей. Этот лес полон тумана и тайн, он отлично подходит для обучения технике морока. Здесь впервые упоминается госпожа бабочка и некая техника морока. Но пока что нам очень рано покупать этот призрачный кунай, да и 3000 золотых для нас огромные деньги. Токороде, данна, киите кудасе. О. Ащи ва не, акинай о мотто оокику штай то кангаете ясу. Коно ашина ва ицу хоробиру ка мо вакаране. Иваба, шизуми какета фуне да. Цумари,
成り上がる好機じゃねえかと思うんでさ。そこで一つ頼みがありやす。なんだ。アシナの侍どもが今欲しがっているものは何か探ってきちゃくれやせんか。そいつが分かればアシナの侍どもと取引ができやす。旦那は忍びだ。敵方から情報を仕入れるいい耳をお持ちのはず。ぜひお願いしやす。Анаяма просит нас разузнать, что необходимо сейчас с самураем Асина. Если что, мы будем иметь это в виду. А теперь нам пора возвращаться в разрушенный храм. Доступен новый вариант обучения. Сходим поучимся потом. Онушито. Хай. Онушито Кроу-сама но мабороши о мита. Мабороши. А. Кроу-сама ва има ва доко ни иру? アシナの城、その天守近くで囚われとなっておいでです。ですが城の門は閉じられています。そうか、うん、変わったことがあったのですか。ああ。どのような。俺はひとたび死んだ。だが巫女様の声が聞こえ、気づけば再び生きていた。ひとたび死に、今再び生きているならば、それは改正でしょう。改正。クロウ様の竜院の巫女の力と言われています。改正の力を与えられた者は死してなお蘇る。幾度でも。バカな。はい、おかしなことです。ですが現に起きている。また変わったことがあれば知らせてください。改正の力が何も見返りを求めぬとは思えぬのです。狼殿、よく参られました。И давайте отдадим ей первое семечко тыквы. Хиотан но тане то коре ка? Хай. Соре о кочира ни. Тане о хиотан ни уэ цукемас. Йоши. Коре де яксуи но каса га масу дешо. Мио на ксури да. Мио деску ка? Хм.悪い気はしません。貢献があれば奇妙と思うことでも勇んですべし。それが我が師道元の教えですので。そうか。ひょうたんの種を見つけたならばまた持ってきてください。薬水のかさ増しをしましょう。おや、何やらちりんと。ああ、この鈴だろう。仏に備えろと渡された。うん、あなたにゆかりのある鈴でしょうか。ならば仏師殿と話してみてはどうですか。仏のことならばあの人が詳しいでしょう。Удара воскрешения есть своя цена. И это действительно так, но об этом мы узнаем немного позже.Как нам сказала Эмма, резчик очень много знает по поводу статуэток Буд. И это действительно так. И, кстати, спасибо Андрею за некую историческую справку. Оказывается, что за искупление своих грехов, например, убийств, в Японии человек должен вырезать статуэтки Будды. В том количестве, скольких людей он убил. И судя по вот этим огромным грудам статуэток Буд... Убил он, похоже, за свою жизнь немало.
В прошлой серии я спрашивал у вас, что означают вот эти вот прикрепленные листочки. И спасибо Хаку, Андрею, Игорю. Они мне поведали, что эти листки — это некие магические печати. Обычно они запечатывают силы злых духов или нечисти, либо просто защищают от них. Алтарь окроплен кровью. Возможно, вот эта статуэтка Будду... стояла в этом алтаре. Место для подношений. Нондо. О, май са. Канна модотте кита ёу жа на. Чито а шиноби рашку натте кита ёу ни миэру. Тотте оки на. И резчик с нами делится тайным учением стиля синоби. Книга, в которой описаны боевые техники синоби, дает возможность изучать боевые навыки из раздела «Стиль синоби». В этом тексте описываются типичные приемы синоби, например, атака в воздухе или как прятаться, чтобы вас не заметил враг. Самураи никогда не стали бы учиться подобным трюкам. Это синоби на вазаже. Самурай нива мане декину, шиноби но татакау субе га кайте ару. Ма, доу суру ка ва, омай сан шидай ё. Татакау субе надо, шиноби даке демо ару майте. И теперь мы можем тратить очки навыка для того, чтобы изучать различные техники. Владея книгой с тайным учением боевого стиля, вы сможете открывать в меню навыков приемы этого стиля. За каждого побежденного врага дают опыт. Очки навыка даются, когда вы накопили достаточно опыта, чтобы открыть навык. Некоторые навыки можно изучить, находя определенные предметы или побеждая врагов. Чирин-чирин-то. Сузу а найтерна. Коно фурый сузу но кото ка. Лоба га хотоке сама ни сонаэро то. Со итте ита. Соно сузу, ми обое ва ару ка? Ия, обое ва най. Сузу но фо ва, чигау на. Омай сан ни, нани яра иитай кото га ару ёу жа. Нандато? Сузу о сонаете миру той. Соко ни ару, ясаши као но хотоке сама ва, ваши но хотта хотоке то ва, ваке га чигау. Макото но бусси га орарета моно дакара на. А еще мы можем установить новый инструмент – петарды синоби. Инструмент для протеза с петардами Роберта. Расходует эмблемы духа, выдает мощную вспышку, временно ослепляющую врагов и снижающую концентрацию зверей. Небольшая дальность, но широкий сектор поражения, способный накрыть сразу нескольких врагов. Временно обездвиживает противника, особенно пугает зверей. Очень полезный инструмент. Ваши га хору хотоке ва, гоу букай моно ва, соу нару. Омай сан мо, ицка хотте миреба вакару дароу са. Соре де, нани ка йоу ка? Дева на, мата, хисаши курай нара каште яру. Меоцубли, сузу но кое о ките яру той.
その鈴の音が呼び覚ますじゃろう。眠っちまってるお前さんの古い記憶を。